частных медцентрах с 30 мая нельзя будет сдать ПЦР-тест на COVID-19. Чтобы получить документ на русском и английском языках для выезда за границу, можно обратиться в 53 лаборатории. Актуальный список на сайте Минздрава. В Беларуси прием документов в вузы на бюджетную и платную форму обучения будет проходить с 18 по 24 июля. На заочную сельхоз профилем с 15 ноября по 5 декабря. Выпускники профильных классов смогут подать заявление до 22 числа. Торговли разрешили увеличивать стоимость на детское питание. Такая возможность согласована комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине Беларуси. При этом допустимая надбавка не выше 15%. ГАИ ищет очевидцев происшествия, которое случилось 9 мая в 14:45 в парке культуры и отдыха возле кинотеатра. Мужчина на электросамокате наехал на ребенка. Если вам известны какие-то подробности, просьба звонить по телефонам 59-01-99 или 102. В художественной галерее открылась выставка, посвященная геноциду в годы Великой Отечественной. Здесь представлено 40 работ. Увидеть экспозицию можно с 10 до 19 часов. Адрес Горького, 28. Цена билета – рубль детский, 2 взрослый.